В общем, приехал после работы. Еда съедена. Еда съедена. Кошки нет. Принес ей мышь. Ну, игрушку. Чтобы она, может быть, ее узнает и будет сюда чаще подходить. Я буду периодически выходить, пока я дома сегодня. По идее, надо бы еще человек, кого-нибудь парочку, и со всех сторон обойти подвал. Потому что пока я один хожу, она может убегать. Мурыська! Мурыська! Положу ей немножко еды, чуть-чуть. Немножко, чтобы она такая была на взводе. Чтобы она хотелось ей домой. Вот. А то она будет тут, я тут кормлю, может, она тут там балдеет в подвале. Тоже, да? Воду набрал с собой, бутылку фильтрованную, которую она пьет. Оставлю здесь под кустами, чтобы не таскать постоянно с собой, а так приходить подливать. В общем, вот такие пироги. Буду надеяться. Подойду еще попозже. По-любому он знает, где кошка. Свалил, короче. Нет, не свалил. Короче, подключал еще кореша. Михалыч. Не нашел? Михайлович, а не Александрович. Ой, Михайлович, прости, пожалуйста. Второй раз уже путаешь. Да. В общем, 10 вечера, а я решил снова проверить, где же кошка. Мурыська. 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 Короче, насыпал ей еды. И сейчас хочу покараулить, посторожить. Может быть, выйдет. Еды опять не было. То есть, вечером я насыпал. Буквально после работы. А сейчас время уже 10 часов. Мурыська. Так, это какая-то другая кошка. Дело у нее тут компания хорошая. А Мурыська есть здесь? Фига, он все сожрал.
Ага, нифига ты. А где Мурыся-то, дружище? Короче, не знаю, что делать. В общем, я не знаю, что делать. Если он все сожрает, ей ничего не остается, может быть. Но я, короче, насыпал. Там еще уходил. Придется двух кошек кормить, если вторая там. Короче, я надеюсь, что она выйдет. Подкармливать пока буду туда носить. В любом случае. Что делать? Напишите в комментариях. Я не знаю.